Приветствую, друзья, приветствую. Лариса, приветствую. Пожалуйста, представь свою приятельницу, чтобы мы все знали, с кем мы сегодня знакомимся и по какому поводу. Рассказывай. Здравствуйте! Перед Новым годом я решила поздравить свою любимую, дорогую Наталью с Новым годом. Ее зовут Наталья, Наталья. привет. Наталья, привет. Да. Здравствуйте, Хасан Магомедович. И я увидела, что Пожалуйста. она немножко загруженная такая. Я спрашиваю: ну ты что это? Новый год через 2 часа у вас. У нас уже в Казахстане он прошел, так случился, так сказать, настал. И она говорит: да у меня давление. Я сразу вспоминаю ключ и Хасая Алиева и говорю: сейчас. И рассказала ей: иди, поделай упражнение, и все тебе будет хорошо. И говорю: о чем-нибудь мечтай. Вот. Ничего Ну себе. и в принципе, да, поздравила, и мы попрощались, и вот через 2 дня мы встречаемся в эфире, и Наташа рассказывает о чудесных превращениях. Меня это так заинтересовало, потому что, во-первых, это быстро произошло, влияние ее на свое внутреннее состояние, и плюс еще спецэффект мы получили, то есть влияние на внешний мир и на тех, кого она любит, уважает, на ее семейство. Ну, И это интересно. волшебство. И я подумала, Хасай Магомедович, что об этом должна знать вся планета, потому что влияние женщины, особенно в кругу семьи, великое дело. И здесь волшебство заключается в том, что ты ничего, никак на него особенно сознательно не влияешь, ты просто стоишь, расслабляешься, делаешь упражнения, а потом происходят чудеса. И об этих чудесах говорят родные, которые не понимают, что с ними случилось, но это большие изменения. Дальше сохраняю интригу и передаю микрофон Наталье. Она лучше расскажет. Да, вот как Лариса прислала мне ваши видео, я тут же давай делать, не отходя от кассы. Наталья, И пожалуйста. извините, а где вы находитесь? Вот Лариса в Казахстане, а вы где находитесь? Краснодарский край. Там погода как у вас? У нас такое обычай всех спрашивать о погоде. Сегодня снежок выпал и заморозок. К Понятно. крещению готовимся. Понятно. Теперь мы вас внимательно-внимательно слушаем. Да. Ну вот я начала делать ваши упражнения перед Новым годом. Пожелала, чтобы муж меньше пил, крутилась и вертелась, как все сказала Лариса и по видео вашему. Вот. И другие там желания загадала. Тут Новый год настал, значит, сидим, шампанское открыли. Смотрю, муж мой не Да, хочет пить. не хочет. Странно, говорит, что это такое? Я что, заболел? Или что со мной случилось? А вы ему сказали о своих желаниях, нет? Нет, не говорила. Он говорит: ты, наверное, на Новый год что-то пожелала мне. И я вообще была в шоке от этого всего. И теперь верчусь, кручусь, и он у меня вообще ни капельки, даже сегодня ни капельки не выпил. Сам не поймешь, что творится. А, то есть он сам Я скажу удивлен. это, Хасай Магомедович. Да. А, Наташа мечтала о том, ну вот как это другие люди радуются без там спиртных напитков, как вот этот релакс получить, состояние праздника. И вот у нее вот такое волшебство, то есть, ну они открыли шампанское, всем налили, и никто не может, как бы и не хочет пить, то есть. Заколдовали, да, заколдовали. И никто Да. не хочет. Не то, что хочет и не может, Не хочет, а даже не хочет, не хочет. Да. Ну а как вы сами это объясняете себе, вот этот феномен, что вы ему об этом не говорили, но он же прекрасно знал, чего вы хотите, правильно? Да, он же и говорит: ты, наверное, на Новый год пожелала это. Так, вот. Так, сейчас, секундочку. Я хочу Ларису, чтобы на экране большом тоже было видно. Тут какая-то кнопка существует, на которую... А, вот, теперь мы все втроем тут.
нормальном виде, в большом. А, очень интересно, Наташа. А как вы спали? Как вообще Спала. сон? Как давление, как сон, как перемены погоды, как влияет на вас? Плохо. У меня давление сейчас, вот эту неделю, давление. Ну, я вот перед вами мы с Ларисой разговаривали, она говорит, померь давление, у меня было 190. Говорит, покружи, сделай упражнение, и потом померишь давление. Я померила, у меня 161 стало со 190. Ну, понятно. Мы решили прям эксперимент, не отходя от кассы, провести. Ну, понятно, только я хочу, чтобы вот это вот вращение, которое вы делаете, чтобы никто не делал так вот заочно. Да, мне Потому предупредила. что, да, это важно. Потому что кто-то упадет, головой ударится, потом будет говорить, повредили мне настроение и Я здоровье. смотрела ваше видео, А я смотрела никогда не делаю без контроля. ваше. Только под моим наблюдением, только под наблюдением. Вот Лариса специалист по ключу, поэтому под ее наблюдением можно. А так кому-то передавать, чтобы там кто-то крутился и потом ударился, как же мы потом жить будем? Мы будем переживать? У нас и так хватает проблем. Это я все смотрела и слушала. Молодец, молодец. Лариса, что ты хочешь сказать, солнышко? Ну, я хочу сказать, что я еще раз убедилась, что вот эти выверенные движения, которые мы делаем, плюс там с использованием мыслительного процесса, речевого, кстати, мы это все проверили, мы накладывали всякие модификации, образы, визуальные, речевой, и все, в принципе, исполняется очень быстро и легко. И мне очень хотелось, вот я сегодня Наталью уговорила выйти в эфир и рассказать со мной о тех, Да, стеснялась, да? да, о тех вещах, которые происходят. И тот совет, который я ей дала, мечтай о большем. То есть, ну, я знаю, какие задачи у нее бытовые есть. И я ей посоветовала вот прям не ограничивать себя и мечтать. Потом мне было очень интересно, вот она заказала, да, допустим, что она Новый год хочет по-новому исполнить, как отметить. И тут же происходили чудеса. То есть сам ключ мне очень нравится, потому что это так легко, быстро, вообще, ну не надо знать никаких диагнозов, не нужно ничего. И твое внутреннее состояние, здоровье приходит в норму очень быстро. Плюс есть побочные эффекты, спецэффекты – это успехи у твоих близких и родных. Они так быстро происходят. Ну, то есть это вот очень гениально. И вот еще одно доказательство того, что это есть, это случается. И мне бы еще хотелось сказать людям, которые будут смотреть это видео, то, что если вы работаете в ключе, то автоматически вы приносите пользу не только себе, но и окружающим. Потому что если вы, как матрица, да, такая, скажем, чувствуете себя хорошо, у вас внутри легко, свободно, то каким-то образом, как будто по Wi-Fi, все Прямо остальные начинают непосредственно, считывать, да, когда люди видят то, тебя вот что таким каким-то, вот таким удрученным, и у них самих портится настроение. А когда они тебя видят, как лампочка, елочная игрушка, светишься. Конечно, у них такое сразу вдохновение, вот как им приятно жить, потому что рядом такие люди светлые. Людям света не хватает. Поэтому людям тяжело переживать, когда рядом люди переживающие. Им приятнее, легче, и они здоровье себя чувствуют, когда люди рядом счастливые. да. Поэтому на мужа так повлияло. И можно я еще скажу, и вот высший пилотаж, наверное, развитие личности, когда он благодарит. И часто мы что-то получаем, ну, не хотим об этом говорить, и многие там причины есть.
И мне очень хотелось поблагодарить вас вот за вашу прекрасную работу, за вашу человечность. Лариса, ну спасибо тебе большое. Я знаю, что ты меня любишь и уважаешь. Я тебя тоже люблю и уважаю. Скажите, пожалуйста, Наталья, как вы смотрите в будущее свое? Какие у вас есть беспокойства? Вы мне прямо говорите, у нас честный разговор, тут ничего не так. Не хвалить излишне не надо, ничего. Если есть вопросы какие-то по делу, вы прямо спросите. Скажите, вот я нервничала, когда к вам выходила, вот у меня голова болит, вот я плохо спала. Это же разговор полезный для всех. Говорите, как есть. Ну, меня волнует только давление, чтобы упало. Я смотрела ваши вот эти вот хорошо. Проверяли, а вы проверяли шею? Поверните голову направо, не поднимите плеча. Да. Я делала. У меня в эту сторону тяжело делается. На пальчик, на два, на три, на сколько не доворачиваете? Я думаю, на два, скорее всего. Значит, у вас там мышечный блок. И вот я вот так вот делаю, хорошо. Молодец, вот так вот делайте, вот так вот. Да. И говорите, да. Хорошо, вот сами хорошо. Говорите. Да, я и делаю. И вот так, руку на руку. Да, и вот делаю. Да, потому что когда вы снимете блок, у вас наладится кровоснабжение мозга, и давления не будет. А то, видите, венозный ток нарушен, поэтому, как вы понервничаете, или погода меняется, сразу подскакивает. Мышечный самомассаж, как я показывал. Да, и еще открою вам секрет, который никто пока не знает, но я вам сейчас скажу. Но это супер. Когда человеку плохо, у него и образы плохие, и он готов сказать, вот мне плохо, вот мне... А вот если он, когда ему плохо, скажет, ах, как мне хорошо, ах, как мне хорошо, ах, как мне хорошо. У него возникает мгновенно разрыв шаблонов и новое нейросоединение в нейросетях мозга. Он ходит по комнате, и вот у него болит что-то, он говорит, ай, как хорошо, ай, как хорошо, ай, как хорошо, ай, как хорошо. И смотришь, боль прекратилась. Это проверено, я проверил, я просто так говорить не буду. Поэтому, когда вам плохо, говорите, ай, как хорошо, ай, как хорошо. И вы заметите, что вам станет спокойнее. Это мой подарок на новогодние праздники вам и всем. Когда вам плохо, говорите, ай, как хорошо. И заметите, что это вас вытаскивает из любого тупика. Я даже когда кружилась и говорю себе, я улыбаюсь, и у меня тут же улыбка на лице. Правильно вы то же самое говорите, что я сейчас говорю, только другими словами. Да, сама улыбка появилась на лице, и мне от этого вообще... Во-во-во, как приятно смотреть на человека, когда у него вот она говорит об этом и уже меняется. Да. Давай. Вот мы перед этой беседой с Наташей общались, и она рассказала, она сама очень творческий человек, у нее есть такие шикарные поделки, если она вот поделилась, я была бы очень рада. И она сразу заметила, что у вас картины, и у нее это вызвало бурный интерес, и она говорит, я прям листала видео, и мне было интересно смотреть эти картины, и она обратила внимание, что они написаны в такой индивидуальной манере, я бы сказала, и что они все несут позитив. Лара, это не картины, это шедевры. Шедевры. Я шучу, но это правда. Она такая была, вот как же это вот все бы картины посмотреть, ну почему там вот то одна, то другая, вот как бы вот так их вот так поставить все и увидеть. Сейчас подожди, я покажу. Угу. Вы пока смотрите, я принесу. И я увидела восторг в ее глазах, вот такие расширенные глаза прям. И я сказала, что можно попросить вас, и вы можете их как-то вот выставить свои работы. Нет, все сразу выставить, просто места не хватит, у меня же много картин. И знаете, меня удивило, что она почему-то три картины выделила. Это девушка, играющая на скрипке, потом у вас ангел на велосипеде.
И еще, да, третья, Наталья, какая там картина, ты сказала? Третья. Павлины, или павлины, по-моему, наподобие павлин. Или жар птица, да? Или птица, да. А это Есенин сидит, видишь, у него рыжий локон. А это Дункан танцует. Я бы ни за что бы не... Конечно, не попробуешь ни за что, потому что это метафора. Видно, что это он что-то летает, видно? Да, конечно. Что он сидит, видно? Видно. Ой, как красиво. Ну, красиво, правда? Конечно, красиво. Это гениально. Я тоже так ее не видела тоже. Я ее не видела. Впервые вижу. Не видела. Ну, много-много самых разных картин. Я даже боюсь показывать, потому что люди сразу очаровываются и говорят, дай мне, а? Дай мне. Нет. Я говорю, слушай, ну я же ее рисовал несколько лет. А есть картины, которые я за один вечер рисую. А эти картины, которые я за вечер рисую, они тоже такие же шедевровые. А почему они шедевровые? Потому что туда в душу вкладываешь. Конечно. А это у меня ангел-велосипедист. Ромашки какая... там появились, да, вместо колес? Колеса крутятся, да? Крылышки крутятся. Заметные, и солнышко. По-настоящему. У него руки на руле велосипеда. Фонарик. Да. Да, и прямо катится, да, к нам в гости. А мне очень нравится вот это вот на скрипке играет девушка. Да, да, сейчас я ее покажу. Вот она к моей душе подходит. Сейчас мы ее сюда поставим. Это как будто бы я. Вот такое ощущение, как будто бы меня рисовали. Там как-то неудобно. Сейчас я покажу. Значит, ты творческая душа. Да, она тоже такие вещи делает. У нее есть такой хороший внутренний механизм. Она умеет добиться цели, она кайфует, у нее столько поделок в разных областях. Вот она там играет на скрипке, а вокруг нее вселенная крутится. Вот это я. Она мне близка. Вот, я ее давно увидела. Да, она чудесная, я могу согласиться, да. Тут все есть, и звезды, и дорога, и путь. Да. И кисти руки, и смычок, и глазах звезды. Вот смотри, глазах. Глазах звезды. Да, вижу, вижу, даже видно, да. Да, поэтому я сказал, что это шедевры, да. Касай Магомедович, и вот Наташа с сегодняшнего дня воодушевилась и говорит, я хочу тоже рисовать. Я говорю, ты она, у нас такая не одна. Мы все стали рисовать. Всех соберем, один мастер-класс сделаем для всех. Да, ну надо будет предварительно, чтобы все знали. Раньше я рисовал маслом, сейчас акрилом. Но акрил очень настоящий. Это достаточно дорого. Кос, акрил. У меня тюбик стоит 1500-2000 рублей. Один тюбик. Да. А на картину уходит. Тут несколько слоев, получается где-то 50-60 тюбиков уходит. На несколько слоев. На одну картину? На одну картину. Потому что я цвет ищу в процессе работы. Я заранее не знаю, какой цвет положить там или здесь. Я пишу и вижу, легло или не легло. И это интересно. Ну, у меня своя манера, я поделюсь ею. Давай договоримся, через месяц сделаем мастер-класс. Но к нему надо подвести. Пару роликов я сделаю, какие краски нужны, чтобы все себе такие краски купили. Да. И потом мы сделаем мастер-класс. И зажжем еще один.
Да. Спасибо. Я Наташу спросила, ну что, ты подписалась на канал? Она говорит, на второй же день я подписалась, изучаю. Она углубленно сейчас изучает все ваши видео. Все зерна, которые вы туда вложили, она пытается осознать, принять, там понять. Там у нас в Телеграме идет, как постройнеть. И много-много мужчин и женщин там дискутируют, какие методики по ключу лучше применять. Я тоже захожу иногда и делаю там какие-то фразы. У нас уже 3 встречи произошли, и будет 4-я через несколько дней. Объявление будет. Можно посмотреть предыдущие встречи в Телеграм-канале. Пожалуйста, метод ключ Хасая Вива также называется. И там в Телеграм-канале несколько чатов под этим, таких вот дополнительных, в которых уже идут беседы и график всех занятий и так далее. Пожалуйста, приглашаю. Можно, да, в Телеграм зайти, Наташа? Конечно, конечно, подписаться надо там, и все, и она там. Даже входы в нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus бесплатные. Угу. Ну, самое главное знать там, как это сделать, вот эту ссылку. Ну, мы потом это обсудим. Ну, как это ей... у меня под любым роликом моего видео есть описание. А там все каналы, все ну, контакты. Все понятно. Телеграм-канал, конечно. Потому что мы не очень продвинутые, так сказать. Не-не, если что, спрашивайте, конечно. Угу. Огромное вам спасибо, Хасай Магомедович. Все было очень интересно. Не, ну вы, как говорится, меня раскрутили, потому что картина – это моя любимая область. Ну, я увидела у нее вот такие глаза, когда она... Я вот видео листаю, и там где-то, а вот можно ли Слушай, вот так этому... Лариса, это очень хорошо, потому что я, пользуясь случаем, хочу сказать, что творчество – это не только танцевать, петь или писать картины. Творческий подход ко всему должен быть. Как посуду мыть, как редиску резать, как капусту выращивать. Творческий подход. Что это за подход? Это когда ты ищешь в работе любой, как ее выполнить наиболее просто и изящно, и с большим результатом, и с меньшими затратами. Потому что с большими затратами любой дурак может. Вот это и есть развитие творческих качеств. И в отношениях тоже. Конечно, если ты светишься, вокруг тебя начинают люди тоже светиться. Наталья – пример этому. А тебе, Лара, спасибо, что ты этот пример явила. Народ. Да. Явление Натальи народу. Да. Спасибо, спасибо, Наталья. Если вот эти будут какие-то проблемы, дополнительные вопросы, не стесняйтесь, выходите на связь. Мы вам поможем. Спасибо. Спасибо вы вам уже... всем. Да, спасибо. Вы мне подарок сделали на праздник. Да, и я еще раз показал свои картины. Да. Благодарим вас. Желаю вам здоровья, ура! Счастья, успехов и больше причин для радости. До встречи. Мужу привет. До встречи. До свидания.